Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор косметического масла жожоба 30 мл. Масло жожоба универсально и ценится косметологами. Оно имеет уникальный состав и обладает потрясающими косметическими свойствами. Этот продукт желтоватого оттенка и с приятным ароматом. В зависимости от температуры он меняет консистенцию. После использования данного масла и продукта на его основе кожа становится эластичнее и мягче. Масло жожоба является мощным антиоксидантом, благодаря чему после его использования разглаживаются морщинки, улучшается цвет и кожа наполняется энергией. С другими компонентами оно выступает в роли натурального консерванта, который позволяет на долгое время сохранить домашнюю косметику. Этот продукт идеально подходит для профессионального ухода. Он оказывает антисептическое, противоглибковое, а также противовоспалительное действие. За счет этого исчезают пузыри, прыщи и даже комедоны. Оно способно защищать от ультрафиолета и способствовать равномерному загару, поэтому нередко присутствует в ультразащитных средствах. Если это масло наносить на тело при беременности, то оно защитит от растяжек и вернет тонус. Средство подходит даже для детской нежной кожи. Данное масло выводит токсины, устраняет морщины, возвращает коже тонус, помогает бороться с угрями, воспалениями, сыпью и некоторыми заболеваниями кожи. Масло помогает при целлюлите, защищает от ультрафиолета и улучшает процессы выработки меланина. Устраняет растяжки, оно защищает волосы, придает им здоровый вид, насыщает влагой и устраняет перхоть. Идеально подходит для детской или нежной кожи, смягчает кожу на ногах, локтях и руках. Применение масла жожоба в косметике таковы: солнцезащитная косметика, детские крема, крема для ежедневного ухода, средства против угрей и воспалений, средства для смягчения кожи, косметика против растяжек и для беременных, омолаживающая продукция, средства для губ. Вот такой бутылочке мы отправляем масло жожоба нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!